Всем большой привет! Сегодня будем готовить очень вкусную картошку в обычных пол-литровых банках. Список всех ингредиентов будет в конце ролика, а также в описании под видео. Чтобы не пропускать новые рецепты, лайкните это видео и подпишитесь на канал. Приятного просмотра! 300 граммов копченой грудинки режем небольшими кубиками. 200 граммов морковки трем на крупной терке. 150 граммов лука нарезаем как можно мельче. 1 килограмм картошки также режем кубиками небольшого размера. Затем перекладываем все подготовленные ингредиенты в глубокую миску. Добавляем туда пол чайной ложки черного молотого перца, 1 чайную ложку соли и хорошо перемешиваем. Дальше берем сухую пол-литровую банку, на дно кладем 1 лавровый лист, 5 горошин черного перца и плотно наполняем ее картошкой. Заполненную доверху банку накрываем фольгой. Из указанного количества продуктов получается 4 пол-литровые баночки. Отправляем их в холодную духовку и только после этого включаем нагрев на 180 градусов. Готовим картофель 1 час. Духовку при этом не открываем. После выключения оставляем банки в духовке еще на 10-15 минут. Вот и все. Вкусная, очень нежная и ароматная картошка готова. Ее удобно взять с собой на работу или в дорогу. Приятного аппетита! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.